их происшествий было слово Господа к Аврааму ни день, ни ночью и сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика. Авраам сказал: владыка Господи, что ты дашь мне? Я останусь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Элиезер из Дамаска. И сказал Авраам: вот, ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой. Слово Господа к нему и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал ему: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: сколько будет у тебя потомков. Поверил Господу, и он вменил ему это в праведность, и сказал ему: я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал: владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, растерк их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не растет. Налетели до трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас, и враг велик я. И сказал Господь Аврааму: с умой, потомки твои будут пришельцами из земли твоей. Поработят их, будут угнетать их 400 лет. Ау! Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут сюда с большим имуществом, и ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. We'll be right back.
четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. Заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата. Ферезев, Рефаимов, Амарев, Хананев, Евев, Гергесев и Еусев.